Будет наконец порядок! Да здравствует Родовит! Да здравствует охотники за колдуньями! Честь и отчизна! Служба не дружба! Да? Слава королю Радовиду! А правда, что ты когда-то королей убивал с нашим командиром? Геральт из Ривии, живой и здоровый. Бывай. Братве не хватало. Мы кровью заплатим за свободную тебе. Ведьмак ведь не может острым сразить, а? Не шляйся тут! Ты слышал когда-нибудь легенды о Белом Волке? Признаюсь, этого я от тебя не ожидал. У вас, людей, своеобразный вкус. Как все прошло на Лысой горе? Ты же знающий. Я спрашиваю из вежливости, которой вам не хватило, когда вы уехали, не сказав ни слова. Цири очень спешила. Знаю, она оставила записку, впрочем, я не об этом. Ловко вы разобрались с Имлерихом. Настолько, что это в определенном смысле вдохновило меня. То есть? Вы значительно ослабили Эридина. Осталось еще двое полководцев. Как от них избавиться? Карантир верен Эридину.
А Гейльс — совсем другое дело. Он был предан нашему прежнему королю. А так вышло, что именно Эридин его и отравил. Похоже, сведения и вправду важные. Надо полагать, об этом знают не все. Я бы сказал, это тайна. Как ему удалось утаить нечто подобное? В заметании следов он крайне искушен, хотя и не слишком аккуратен. Я же гораздо лучше читаю следы, оставленные другими. Ты не сказал про убийство Гейльса. Столь радикальные меры нужны далеко не всегда. Значит, ты попробуешь с ним договориться. Блестящая дедукция. Мои поздравления. Ну хорошо, и что ты предлагаешь? Привести его сюда и показать, как все было на самом деле. Отличный план. Проблема в том, что мы не знаем, где он. Знаем. Гейльс Вайн Эйле. Что такое Айн Эйле? Ты не помнишь? Ты же путешествовал с Эридином. Край народа Альхи. Мир, куда мы прибыли века назад и который теперь стал нашим домом. Оттуда родом Красные Всадники, и там мы найдем Гейльса. Кажется, ты кое-что забыл. Ты и Цири, может, и умеете путешествовать между мирами, но я — нет. Как ты знаешь, кроме мира, в котором мы находимся, есть множество других. Их объединяет система переходов, тайных ворот, которые позволяют попадать из одного мира в другой. Разумеется, знают о них и умеют их найти немногие. Например, знающие. Например. Один такой переход скоро откроется недалеко отсюда. Между этим достойным заведением и переулком мясников. Это наш шанс. Идем? Идем. Я знаю этот дом. Я должен был прогнать отсюда прибожка. Должен был? Я решил, что он безобидный. Проход здесь, за стеной. Проход здесь, за стеной. Мы пришли. Мы не найдем Гейльс, обратно не вернемся. Ты готов? Да, я готов. Помни, где бы ты ни оказался, ищи места, похожие на это. Раньше или позже мы встретимся. Мы разделимся? Возможно. У меня нет способностей твоей протеже. Зираэль, госпожа пространства и времени. Я же до некоторой степени умею использовать тайные знания. Пора.
Ну и где мы? Добро пожаловать в Дидрет. Это где-то в нашем мире? В вашем мире тоже есть такие скалы. Ладно, идем дальше. Что это за место? Это очень старый мир. Он истощен и разрушен. Здесь что-то живет? По большей части, пустынные создания, которые способны месяцами обходиться без воды. А. И гигантские песчаные черви глубоко под землей. Надо быть осторожнее, чтобы они нас не учуяли. А раньше? Здесь жили люди или эльфы? Думаешь, разрушением миров занимаются только гуманоиды? Так кто жил здесь? Какие-нибудь разумные монстры? Посмотри на эти скалы. Ничего не напоминает? Ха. Похоже на русло огромной реки. Или морское дно. Так здесь жили какие-то водные существа? Нет. Здесь жило море. Ты хочешь сказать, что... Что миров очень много. Форм жизни еще больше. Многие разумны. И куда более разумны, чем люди. Впрочем, даже это не останавливает их от того, чтобы вычерпать все ресурсы своего мира до последней капли. Портал. Больше похоже на развалины. Внешность бывает обманчивой. И чего мы ждем? Когда он откроется. Еще немного. Что происходит? Песчаные черви нас учуяли. Отлично. Их все больше. Как только портал откроется, беги за мной. Чудес. Три, два, один. Я рад.
мне не хочется лезть в это облако. Сразу. Надо было задержать дыхание. Еще немного, и я бы задохнулся. Обходить облака стороной или пробегать их как можно быстрее. Медальон дрожит. Это место силы.
спрятаться, иначе я околею. Потом быстро искать следующий переход. Если найду укрытие, то как-нибудь и до перехода доберусь. Свет в таком месте. Кто-то же его зажег. Если мне повезло, это был один ворчливый эльфский знающий. Дома занесло до самых крыш. Интересно, давно здесь метет?
Ты долго? Были проблемы по дороге? Нет. Просто любовался видами. Что это за место? Кажется, я здесь уже был. Именно здесь ты дрался с проекцией Редина. А еще раньше здесь сражалась Цири за тебя. То есть? Ты никогда не интересовался, как ты освободился от красных всадников? Интересовался и не раз, но ничего не помню. Тебя забрала Цири. Она почувствовала, что ты в опасности. Вырвала из лап охоты и перенесла в лес под Каэр Морхеном. И после этого Эридин начал ее преследовать из-за меня? Почему она не сказала? А что бы это изменило? Где мы? Это мир Айонейля? Нет. Это Таддейра. Время конца. Мир, уничтоженный белым хладом. Это обязательно случится во всех мирах. На разных этапах существования разумной жизни. Ты говоришь об этом так спокойно. Эридин позволил сознанию неизбежной гибели овладеть собой. Теперь им владеет страх. Я не хочу совершить его ошибку. Может, пояснишь? Не здесь, а не сейчас. Мы тратим на Гейльса столько сил, но я по-прежнему не знаю, чем он так важен. Редин отличается от короля, которого он убил. Его интересует власть ради власти. На бюрократию ему не хватает терпения. Большую часть времени он проводит, скитаясь по иным мирам во главе красных всадников. Так что в столице ему нужен наместник. Гейльс – прекрасный распорядитель и несравненный мастер интриги. Это самый опасный обитатель Айн-Эли. У него есть какие-то слабые места? О, да. Он честен. Я надеялся, мы все-таки не разделимся. Я предупреждал, что это возможно. И где пролегал твой путь? Через мир, где только что умерло солнце. Я с трудом дошел до следующего перехода. Свет на скале оставил ты? Я подумал, это тебе поможет. В конце концов, для того маяки нужны, чтобы указывать путь. Думаю, тут тоже небезопасно. Двинулись. Пойдем. И когда откроется следующий проход? Скоро. Тирналия? Дворец Пробуждения. Прежде Лунный дворец. Резиденция Гейльса. Прекрасный город. Я рад, что ты его оценил. Эльфская архитектура несколько более изощренная, чем ваша.
это? Что они здесь делают? Думаю, на сегодня мы закончим, моя сладкая. Будь так добра, оставь нас. Наверное, все согласятся, что это дело касается только нас, не так ли? Кревен из Пан, Айпевен Маха и ведьмак из Ривии. Кедмили. Как вам нравится моя новая модель? Она немного напоминает Лару Доррен. Ты не находишь, Кревен? Разве что ростом. О, вижу, для тебя эта тема все еще болезненна. В таком случае пока оставим ее. Будете что-нибудь пить? Водка найдется? А, вы же здесь брезгуете такими напитками. Должен признать, что не ожидал тебя здесь увидеть, ведьмак. Собственно, ты заключил любопытный союз. Думаешь, Авалак с тобой искренен? Я спрашиваю так, из любопытства. Нет. Но честность вообще не свойственна вашему виду. Так что хватит исходить с желчью, это ничего не даст. Мне кажется, я вижу тень нетерпения на ваших лицах. А потому, что вас привело? Я пришел рассказать, кто убил нашего короля. Вы приложили немало труда, чтобы добраться до меня. Значит, над ложью, которую вы для меня приготовили, вы тоже хорошо потрудились. Ты увидишь правду. Она явится тебе во сне. Ты нашел нейроманта? Они всегда видят правду. Похоже, предчувствие меня не обмануло. Это будет интересно. Разумеется. Следуй за нами. Ведьмак Геральт, вот уж воистину человек дела. Могу ли я знать, куда вы меня поведете? В мир Айн-Сиде. В этот раз напрямую. Пойдем, пока сюда не сбежалась стража. Полагаю, нашу гостью тебя представлять не надо. Привет тебе, Зираэль. Значит, правда, что ласточка теперь водится с лисом? Не пытайся нас стравить. Ты не помнишь, как Авалак тебя шантажировал? Как пробовал подложить тебя на ложе нашего короля? Он распоряжался твоим телом, как свиной тушей. Помню. Но еще лучше помню, что досоветовал Эридину сделать со мной, когда он меня поймает. И помнишь, что красные всадники сделали в Каэр-Морхене? Я пришел сюда не за тем, чтобы ссориться. Где обещанные доказательства? Ты увидишь их во сне. Ах да, нейромантка. Ее видение нельзя подстроить. Ты хочешь мне показать, как Эридин убил нашего короля? И что дальше?
Я должен настроить Аэнеэли против Эридина? Поднять восстание и объявить Авалакха новым королем? Не льсти себе. Достаточно того, что ты выступишь против Эридина. Хорошо. Пусть Вещунья покажет мне последние минуты короля. Она покажет их нам всем, чтобы не было никаких неясностей. Почему бы нет? Ваш единственный шанс — дать ему бой на ваших условиях. В этом мире, в условленном месте. Отправляйтесь на Скеллиге, найдите там солнечный камень. С его помощью вызовите Нагльфар и Эридина. И если Эридин запросит подкрепление, Аэнеэли ему не ответит. Ты принял верное решение. Скоро откроется новый портал на Тирналия. Я стабилизирую его, и ты сможешь вернуться. Идем. Вполне возможно, он блефовал. Он мог сказать это просто для того, чтобы мы его отпустили. Зараза. Надо было его прижать. Успокойся. Авалак знает его лучше. Он вернется и все объяснит. Помяни дьявола. Геральт беспокоится, что мы слишком легко отпустили Гейльса. Осторожность лишней не бывает. Согласен. Но я верю, что Гейльс сдержит слово и не станет поддерживать Эридина. Похоже, ты что-то задумал. Может, расскажешь? Когда мы найдем солнечный камень, с помощью магии ваших чародеек мы вытянем корабль Эридина в залив Ундвика. Мы устроим ему засаду. И когда король охоты появится, мы убьем его. Так просто? Победить Эридина будет нелегко. Но мы сможем. Отыщите чародеек из ложи. Увидимся в порту. Мы отправляемся на Скеллиге. Стало интересно, что за дело ты хочешь закончить? Когда я последний раз была в Новигороде, я влипла в неприятности. Я что-то такое слышал. Некоторые мне тогда помогли, а другие не так, чтобы очень. И тех, и других я сейчас хочу поблагодарить. Сходишь со мной? С удовольствием составлю тебе компанию, но сперва я должен кое-что доделать. В таком случае я буду ждать, где договаривались. На рынке Золотого города.